Всем привет, это дневник из Ужара, сбор 2024, Белик, поехали. Итак, утро второго дня, антропометрия, очень важный день для всех игроков. С утра, как только встали, ну все, погнали. My symptoms are my pain, but you are my strange addiction. I'm really, really sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scarn got his confidence back. Yeah, Michael, the movie's amazing. It's like one of the best movies I've ever seen in my life. Deadly fever, please don't ever break. My city. Там добавки, да, брат? Скажете, отыграю. Чё, как мячик? Это шарик. Пума. Оригинал. Оригинал. Итак, первая тренировка на поле. Дождик небольшой, как видите, сегодня у нас тесты. Втягивающий день, поэтому недолгая тренировка будет, но тяжеленькая за счет этих тестов. Отправляемся на вторую тренировку на поле, уже должно быть немного попривычней ребятам, и сегодня какие-то тактические действия будут уже начинать отрабатываться, поэтому это должно быть очень интересно, не переключайтесь. Сегодня у нас пиковый день, до начала порошковая тренировка, а вечером у нас матч. Играем сегодня с Новобахором, команда очень серьезная, готовится к одной из моей азиатской лиги чемпионов. Прошли из очень такой серьезной группы, где были сильные соперники. Ну а мы первый матч готовимся. Тоже смотрите, смотрите до конца. Сегодня будет много интересного, я уверен. Начинаю! Это момент еще. Блять!
1-0. Алексей Щебетун. В первом же матче гол забивает. Конечно, тут еще в первом моменте нужно было забивать. Ну как нужно было? Могли забить. Рафа Аспанов хорошо пробил. Но в штангу. Подбор забрали и гол. В целом не очень такая интересная игра в плане яркости, но гол мы забили, это хорошо. Первый же матч мы забили, ведем счет, теперь тайм уже близится к завершению, я бы так это назвал. В общем-то, пока игра более-менее равная, без моментов абсолютно до вот этого вот гола и штанги. Голову сунь, блядь, наш блядь. Да! Хорошую комнату. Может, открыть ей? Ну, понятно. Она просто знает, что здесь хорошие люди. Один, два. Ну. Пойдем до дома, до хаты. Вот, потому что нормальный человек был в комнате, видишь? Как это возможно? Потому что я в комнате вашей был, вот она и пришла в комнату. Я же этот, как кошачий. На твое место скучаю. Ван Дайк сегодня скрипал там, да? Примерно такой. Да, вот. Не, он не записали, мне повезло, что у меня для операции, короче. Да. Выше дать. Расслабь. Ой, ручки. Расслабь, наоборот. Вот и подошел к концу первый выпуск «Как из жара со сборов». Ну а если вам интересно, как мы живем, что здесь происходит, что делают футболисты в свободное время, не переключайтесь, смотрите следующие ролики, обязательно выйдет много всего интересного. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока.